В мастерской Деда Мороза снова кипит работа. Ребята создают своими руками новогодние игрушки, открытки и снежинки. Им помогают мамы, а также педагоги дополнительного образования видновских школ. Скажи, пожалуйста, что такое красивое сделал? Это что? Открытка. Кому? Богу. А для кого? Как ты ее сделал? Расскажи. Из бумаги. Вырезал, клеил я. Это уже четвертое мероприятие в рамках акции «Мастерская Деда Мороза», организованной местным отделением партии «Единая Россия». Все приглашенные на мастер-класс ребята из семей участников специальной военной операции. Это уже не первая встреча, которую мы проводим с детками мобилизованных. Это были на круглые столы, чаепития, да, с которыми мы разговаривали, узнавали о проблемах таких семей, возможно, поддержки, которые может оказать и партия, и власть, и депутаты, да, для того, чтобы была эта совместная работа, не то, чтобы они оставались в стороне. Очень приятно, что мероприятие было организовано. Вот, я чувствую, что нас поддерживают. Очень приятно, что вот есть возможность так прийти с детками и позаниматься. Партийцы Анна Державина, Кирилл Голованов и Анна Богатова помогли ребятам, пообщались с родителями и в завершении вручили детям сладкие подарки. Каждый участник получил сертификат помощника Деда Мороза, открытку и памятный значок с медведем. Всего в мастер-классах приняли участие свыше 700 ребят из Ленинского городского округа. На новогодних каникулах запланировано провести еще несколько подобных мероприятий. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошлева, Видное ТВ.